есть в этой реальности силы, которые мешают человеку осуществить задуманное, управлять его своей судьбой, отыскать свою стезю. На самом деле существует на нашей планете еще одна цивилизация. Это так называемые паразиты сознания. Нравится вам такая реальность или нет, но это реальность. В тонком мире обитают энергоинформационные структуры, которые я называю маятниками. Нас с детства приучали подчиняться чужой воле, выполнять обязанности, служить отечеству, семье, политической партии, фирме, государству, идее, кому угодно, но себе лишь в последнюю очередь. У каждого в той или иной степени есть чувство обязанности, ответственности, необходимости. Каждый человек так или иначе состоит на службе в различных группах и организациях. Семья, клуб, учебное заведение, предприятие, политическая партия, государство и так далее. Все эти структуры зарождаются и развиваются, когда отдельная группа людей начинает мыслить и действовать в одном направлении. Затем присоединяются новые люди, и структура разрастается, набирает силу, заставляет своих членов следовать установленным правилам и в конечном итоге может подчинить себе большие слои общества. На уровне материальной реализации структура состоит из людей, объединенных общими целями, и материальных предметов, таких как здания, сооружения, мебель, оборудование, техника и так далее. Но что стоит за всем этим на энергетическом уровне? Структура возникает, когда мысли группы людей направлены в одну сторону, а следовательно, параметры мысленной энергии идентичны. Мысленная энергия отдельных людей соединяется в едином потоке. В таком случае посреди океана энергии создается отдельная независимая энергоинформационная структура – энергетический маятник. Эта структура начинает жить своей жизнью и подчиняет людей, задействованных в ее создании, своим законам. Почему маятник? Потому что он раскачивается тем сильнее, чем больше людей-приверженцев питает его своей энергией. У каждого маятника своя характерная частота колебаний. Например, качели можно раскачать, только прилагая усилия с определенной частотой. Эта частота называется резонансной. Если количество приверженцев маятника уменьшается, его колебания угасают. Когда приверженцев совсем не остается, маятник остановится и как сущность умрет. Вот несколько примеров угасших маятников. Древние языческие религии, каменные орудия труда, древние виды оружия, старые течения моды, виниловые пластинки. Другими словами, все, что было раньше и что теперь не используется. Вы, наверное, удивлены, неужели все это маятники? Да, любые структуры со своими атрибутами, созданные мысленной энергией людей, являются маятниками. Вообще любые живые существа, способные излучать энергию в одном направлении, рано или поздно создают энергетические маятники. Вот пример маятников в живой природе. Колонии бактерий, популяции живых существ, стаи рыб, стада животных, лесные массивы, прерии, муравейники. Любые более-менее упорядоченные и однородные структуры живых организмов. Каждый отдельный живой организм сам по себе является элементарным маятником, поскольку представляет собой энергетическую единицу. Когда группа таких единичных маятников начинает колебаться в унисон, создается групповой маятник. Он стоит над своими приверженцами, как надстройка, существует как отдельная независимая структура и устанавливает правила для своих приверженцев, чтобы удержать их вместе и получить новых. Такая структура независима в том смысле, что развивается самостоятельно по своим законам. Приверженцы не осознают, что действуют по законам маятника, а не по собственному произволу.
Например, бюрократический аппарат развивается как самостоятельная структура, независимо от воли отдельных чиновников. Конечно, влиятельный чиновник может принимать самостоятельные решения, но эти решения не могут идти вразрез с законами системы, иначе такой приверженец будет отвергнут. Даже человек в единственном числе, представляющий из себя маятник, не всегда отдает себе отчет в своих мотивациях. Например, энергетический вампир. Любой маятник по своей природе является деструктивным, поскольку отнимает энергию у своих приверженцев и устанавливает над ними свою власть. Деструктивность маятника проявляется в том, что ему нет дела до судьбы каждого отдельного приверженца. Цель у маятника только одна – получать энергию приверженца, а пойдет это на пользу самому приверженцу или нет, не имеет значения. Человек, оказавшийся под влиянием системы, вынужден строить свою жизнь в соответствии с ее законами, иначе она его разжует и выплюнет. Оказавшись под влиянием деструктивного маятника, можно легко сломать всю свою жизнь. Вырваться без потерь, как правило, трудно. Если человеку повезло, он находит свое место в системе и чувствует себя там, как рыба в воде. Он, будучи приверженцем, дает энергию маятнику, а тот обеспечивает ему среду для существования. Как только приверженец начинает нарушать законы структуры, частота его излучения уже не совпадает с резонансной частотой колебаний маятника. Не получая энергию, тот выбрасывает или уничтожает строптивого приверженца. Если же человека занесло далеко от благоприятных для него линий, тогда жизнь в структуре чуждого маятника превращается в каторгу или просто унылое существование. Такой маятник становится для приверженца чисто деструктивным. Человек, попавший под его влияние, теряет свободу. Он вынужден жить по навязанным законам и быть винтиком в большом механизме, нравится ему это или нет. Человек может попасть под покровительство маятника и добиться выдающихся результатов. Наполеон, Гитлер, Сталин и им подобные – это все фавориты деструктивных маятников. Но в любом случае этот маятник вовсе не заботится о благополучии своих приверженцев, а только использует их для своих целей. Маятник пользуется изощренными методами для завлечения новых приверженцев, которые летят как мотыльки на свет. Как часто люди, прельстившись на рекламные штучки маятника, уходят далеко в сторону от счастья, которое было совсем рядом, идут в армию и погибают, поступают в учебное заведение и напрасно осваивают не свою профессию, находят чуждую, но якобы престижную работу и утопают в болоте проблем, связывают свою жизнь с чужим человеком и потом страдают. Деятельность маятника очень часто ведет к разрушению судеб приверженцев, хоть он и пытается скрыть свои мотивы всякими добродетельными масками. Главная опасность для человека, поддавшегося влиянию деструктивного маятника, состоит в том, что он уводит свою жертву в сторону от тех линий жизни, где человек может обрести свое счастье. Отметим его отличительные признаки. Маятник питается энергией своих приверженцев и за счет этого увеличивает свои колебания. Маятник стремится привлечь к себе как можно больше сторонников, чтобы получить как можно больше энергии. Маятник противопоставляет группу своих приверженцев всем остальным группам. Мы вот такие, а они другие, плохие. Маятник агрессивно обвиняет всякого, кто не захотел стать приверженцем, и пытается либо привлечь на свою сторону, либо нейтрализовать или устранить. Маятник пользуется благообразными, привлекательными масками, прикрывается высокими целями, играет на чувствах людей, чтобы оправдать свои действия и завоевать как можно больше приверженцев. Маятник по своей сути является эгрегором, но этим далеко не все сказано. Понятие эгрегор не отражает весь комплекс нюансов взаимодействия человека с энергоинформационными сущностями. Маятники играют неизмеримо большую роль в жизни человека, чем это принято считать. То, как маятник поглощает энергию своих приверженцев, можно наглядно проиллюстрировать на следующем примере.
Представьте себе заполненный стадион. Идет напряженный футбольный матч. Страсти накалены, болельщики бушуют. Вот один игрок допускает непростительную оплошность, которая приводит к поражению команды. На игрока обрушивается буря негодования болельщиков. Они готовы его растерзать. Представляете, какая масса негативной энергии обрушивается на голову несчастного? От такого чудовищного удара он должен бы просто умереть на месте, но этого не происходит. Он жив-здоров, хотя и подавлен чувством своей вины. Куда же делась негативная энергия, направленная на игрока? А ее забрал маятник. Если бы это было не так, тогда бы объект ненависти толпы погибал, а кумир просто взлетал в воздух. Я не берусь судить, является ли маятник одушевленной сущностью, или же это просто энергетическая форма. Да это и не имеет для техники трансерфинга никакого значения. Главное – распознать маятник и не принимать его игру без пользы для себя. Узнать деструктивный маятник очень просто, по одному отличительному признаку. Он всегда соперничает с себе подобными в борьбе за людей. Цель маятника только одна – захватить как можно больше приверженцев, чтобы получить как можно больше энергии. Чем агрессивнее действует маятник в борьбе за приверженцев, тем более он деструктивен, то есть представляет опасность для судьбы отдельного человека. Можно возразить, что существуют ведь благотворительные организации, общество защиты природы, животных и другие. Что в них деструктивного? Для вас лично то, что они как ни крути питаются вашей энергией, и им нет никакого дела до чужого счастья и благополучия. Они призывают быть милосердными для других, оставаясь равнодушными к вам. Если это устраивает, и вы действительно чувствуете себя счастливым, занимаясь такой работой, значит, это можно считать призванием, и вы нашли свой маятник. Но здесь надо быть честным с собой. Не носите ли вы маску благодетеля? Действительно ли искренне отдаете свою энергию и деньги на благо другим, или играете в благотворительность, чтобы казаться лучше? Деструктивные маятники отучили людей выбирать свою судьбу. Ведь если человек будет свободен в своем выборе, он обретет независимость. Тогда маятникам его не привлечь в свои приверженцы. Наше сознание настолько привыкло к тому, что судьба – это удел. И нам действительно очень трудно поверить в возможность просто выбрать такую судьбу, которая больше нравится. Маятникам выгодно держать приверженцев под контролем, поэтому они изобретают всевозможные способы манипулировать своими слугами. Но зачем вообще я вам об этом рассказываю? Затем, чтобы объяснить, что означает выбирать свою судьбу и как это сделать. Наберись терпения, дорогой читатель. Все не так просто, но постепенно картина начнет проясняться. Главный отличительный признак деструктивного маятника состоит в том, что он агрессивно стремится уничтожить другие маятники, чтобы перетянуть людей на свою сторону. Для этого он постоянно натравливает своих приверженцев на чужих. Мы такие, а они другие, плохие. Люди, вовлеченные в эту борьбу, сбиваются со своего пути и идут к ложным целям, которые они ошибочно воспринимают как свои. В этом проявляется деструктивность маятников. Борьба против чужих приверженцев бесплодна и ведет к разрушению жизни, как своих, так и чужих. Возьмем крайнее проявление битвы за приверженцев – войну. Чтобы убедить своих приверженцев пойти на войну, маятник приводит аргументы, соответствующие конкретной исторической эпохе. Самый примитивный метод, который применялся раньше – просто приказать отобрать у других то, что им принадлежит. По мере того, как общество становилось более цивилизованным, аргументы приобретали более рафинированную форму.
Одна нация объявляется высшей, а другие ущербными. Благая цель состоит в том, чтобы поднять эти недоразвитые народы на высшую ступень. А если они сопротивляются, применить силу. Но современные концепции войны выглядят примерно следующим образом. В лесу на дереве висит пчелиное гнездо. Там живут дикие пчелы, добывают свой мед и растят своих деток. Но вот к гнезду подходит маятник и объявляет своим приверженцам: это дикие пчелы, они очень опасны, поэтому их надо уничтожить или, по крайней мере, разорить гнездо. Не верите? Смотрите. Тут он начинает ворошить это гнездо палкой. Пчелы вылетают и принимаются жалить приверженцев. А маятник торжествует. Вот видите, как они агрессивны. Надо их уничтожить. Какими бы оправдательными лозунгами не прикрывались войны и революции, суть у них одна – это битва маятников за своих приверженцев. Формы битвы могут быть разные, но единственная цель состоит лишь в том, чтобы завоевать как можно больше приверженцев. Новые силы являются жизненной необходимостью маятника. Без них он остановится, поэтому битва маятников – это естественная и неизбежная борьба за существование. После войн и революции идут менее агрессивные, но достаточно жесткие формы битвы. Например, борьба за рынки сбыта, соперничество политических партий, конкуренция в экономике, всевозможные виды маркетинга, рекламные кампании, идеологическая пропаганда и так далее. Среда существования людей построена на маятниках. Поэтому все сферы деятельности охвачены конкуренцией. Соперничество идет на всех уровнях, начиная с государственных споров и кончая соревнованиями между клубными командами и отдельными людьми. Новое, необычное, непонятное всегда с трудом пробивает себе путь. Почему бы это? Неужели только инертность мышления? Главная причина состоит в том, что старым маятникам невыгодно появление новичка, который перетянет на свою сторону приверженцев. Например, двигатели внутреннего сгорания, так сильно засоряющие атмосферу городов, могли бы уже давно уйти в прошлое. Ведь разработано множество альтернативных, экологически чистых моделей двигателей. Однако это грозит смертью маятникам нефтяных корпораций. А они пока что очень сильны, поэтому не позволят каким-то изобретателям вот так просто убрать себя со сцены. Ну и на самом верху изобретатели, они ничему не учат. Они заняты обретением из. Доходит до того, что эти монстры буквально скупают патенты на модели новых двигателей и держат их в секрете, объявляя при этом об низкой эффективности изобретений. Реализуя свою структуру на материальном уровне, маятники укрепляют свое положение финансовыми средствами, сооружениями, оборудованием и, конечно, людскими ресурсами. Во главу человеческих пирамид ставятся фавориты маятников. Фавориты – это руководители всех рангов, начиная с небольших начальников и кончая президентами государств. Они вовсе не обязательно должны обладать особо выдающимися качествами. Как правило, ими становятся приверженцы, параметры которых наиболее оптимально вписываются в структуру маятника. Фавориту может казаться, что он достиг внушительных результатов в своей жизни благодаря исключительно своим личным достоинствам. В некоторой степени это так, но большую часть работы по выдвижению своих любимцев выполняет самоорганизующаяся структура маятника. Если параметры фаворита перестают отвечать требованиям системы, он безжалостно устраняется. Битва маятников деструктивна для их приверженцев в том, что последним кажется, будто они, выполняя высшую волю, действуют по своему личному убеждению. Личное убеждение приверженцев в большинстве случаев захвачено маятниками. Как только человек настроился на его чистоту, возникает взаимодействие между ним и маятником на энергетическом уровне.
Частота излучения мысленной энергии приверженца фиксируется и поддерживается энергией маятника. Возникает своего рода захват, петля с обратной связью. Приверженец излучает на резонансной частоте маятника, а тот, в свою очередь, тоже немного подпитывает энергией приверженца, чтобы сохранить влияние. На уровне материальной реализации мы наблюдаем такое взаимодействие в виде привычной картины. Например, маятник политической партии проводит агитацию, зацепляет приверженца и дает ему некоторую энергетическую подпитку в виде чувства правоты, удовлетворения, достоинства, значимости. Приверженцу кажется, что он имеет контроль над ситуацией. Он может выбирать. На самом деле, это его выбрали и установили над ним контроль. Внешне это выглядит как убежденность приверженца в том, что он реализует свою волю. Однако воля эта ему искусственно и незаметно навязана маятником. Приверженец попадает в его информационное поле, общается с себе подобными на горячие темы, вступает в энергетическую связь и тем самым фиксирует свою чистоту. Потом ожидания приверженца могут быть обмануты, появляются мысли против бывшего кумира, и частота излучения выпадает из петли захвата. Сила захвата варьируется в зависимости от степени могущества маятника. В одних случаях приверженцу позволяют просто уйти, а в других такого еретика могут лишить свободы или жизни. Захват чистоты можно проиллюстрировать на таком наглядном примере. Вы напеваете про себя какую-нибудь мелодию. Но вот в этот момент вы услышали другую громкую музыку. Теперь, когда вы слышите иную мелодию, вам очень трудно будет продолжать проигрывать про себя прежний мотив. Для цели трансерфинга не важно, каким образом происходит взаимодействие между маятником и приверженцем на энергетическом уровне. Мы будем исследовать это взаимодействие, пользуясь упрощенной моделью в обыденном представлении. Этого вполне достаточно. Детально и точно объяснить, что и как происходит на самом деле, никто не сможет. Потому что тогда возникнет вопрос: а что понимать под «на самом деле»? И так далее, в соответствии с бесконечностью процесса познания. Неблагодарное это занятие. Так что придется довольствоваться малым. Надо радоваться уже тому, что мы все-таки способны кое-что понять. Так посмотрим же, как маятники манипулируют своими приверженцами. Давайте зададимся вопросом, как маятники могут вынудить своих приверженцев добровольно отдавать энергию. Большой и могущественный, например, может заставить своих приверженцев действовать по определенным правилам. Но как же это делают слабые маятники? Когда человек не имеет власти насильно заставить другого делать что-то, он пользуется разумными доводами, убеждением, уговорами, обещаниями. Все это слабенькие методы, присущие исключительно человеческому обществу, удалившемуся от природных сил. Маятники такие методы тоже иногда применяют, но имеют и намного более мощное оружие. Они являются энергоинформационными сущностями, поэтому подчиняются и действуют в соответствии с могущественными и непреложными законами существования этого мира. Человек отдает энергию маятнику, когда излучает мысленную энергию на его резонансной частоте. Для этого человеку не обязательно сознательно направлять свои мысли в пользу маятника. Как вы сами понимаете, большая часть мыслей и поступков людей лежит в области бессознательного. Этим свойством человеческой психики и пользуются маятники. Они умудряются получать энергию не только от своих приверженцев, но и от ярых противников. Вы уже, наверное, догадываетесь, каким образом. Представьте себе группу старушек на лавке,
которые клянут, на чем свет стоит правительство страны. Они не являются приверженцами маятника правительства. Они его ненавидят по целому ряду причин. Однако что происходит? Старушки ругают правительство. Какое оно есть бездарное, продажное, циничное и тупое. Таким образом, они интенсивно излучают мысленную энергию на чистоте этого маятника. В самом деле, ведь маятнику безразлично, с какой стороны вы будете его раскачивать. Для него подходит как положительная, так и отрицательная энергия. Главное, чтобы частота излучения была резонансной. Итак, главная задача маятника состоит в том, чтобы зацепить, задеть человека за живое, неважно каким образом, лишь бы занять его мысли. С появлением средств массовой информации методы маятников становятся все более изощренными. Человек попадает в сильную зависимость. Вы заметили, что в информационных программах обычно преобладают плохие новости? Они вызывают сильные эмоции, беспокойство, страх, негодование, злость, ненависть. Задача корреспондентов и состоит в том, чтобы привлечь внимание. Средства массовой информации, сами являясь маятниками, состоят на службе у более могущественных маятников. Провозглашенной целью является свободный доступ к любой информации. Фактическая цель – одна – настройка всеми возможными способами на нужные частоты. Одним из самых любимых способов маятника получить доступ к вашей энергии является вывод вас из равновесия. Отклонившись от равновесия, вы начинаете раскачиваться на частоте маятника и тем самым раскачиваете его. Допустим, цены выросли. Вы реагируете негативно, начинаете негодовать, жаловаться, обмениваться информацией со знакомыми. Вполне себе нормальная и адекватная реакция. Но это как раз то, что маятник ожидает. Вы излучаете негативную энергию в окружающий мир на частоте маятника. Он получает энергию и раскачивается еще сильнее. Ситуация усугубляется. Самая крепкая нитка, за которую может вас дергать маятник, это страх. Самое древнее и сильное чувство. Не имеет значения, чего именно вы боитесь. Но если страх связан с каким-либо аспектом маятника, он получит вашу энергию. Тревога и беспокойство уже слабее, но все еще достаточно прочные нити. Эти чувства очень хорошо фиксируют излучение мысленной энергии на частоте маятника. Если вас что-то беспокоит, вам трудно сосредоточиться на чем-нибудь другом. Чувство вины также является одним из самых широких каналов, по которым маятник выкачивает из вас энергию. Его нам навязывают с самого детства. Это очень удобный метод манипулирования. Если ты виноват, ты обязан делать то, что я скажу. С чувством вины жить очень неуютно, поэтому от него стараются избавиться. Но каким способом? Понести наказание или отработать вину? И то, и другое подразумевает подчинение, повиновение и работу мыслей в определенном направлении. Должен – значит чем-то обязан, повинен выполнять. В итоге виновные, как истинные, так и надуманные, бредут с поникшими головами и несут маятнику свою подать в виде энергии. Индуцированное, внушаемое чувство вины – излюбленное оружие манипуляторов. И мы еще к нему вернемся. Особо следует отметить всевозможные психологические комплексы людей. Комплекс неполноценности. У меня непривлекательная внешность. У меня нет способностей и талантов. У меня не хватает ума или остроумия. Я не умею общаться с людьми. Я недостоин. Комплекс вины. Я в чем-то провинился. Все меня осуждают. Я обязан нести свой крест. Комплекс воителя. Я должен быть крутым. Я объявляю войну себе и всем окружающим. Я буду бороться за место под солнцем. Буду брать свое силой. Комплекс правдолюбца. Я любой ценой докажу свою правоту и докажу другим, что они не правы.
Эти и другие комплексы являются персональными ключами к энергии отдельных личностей. Маятник, задевая человека за живое, интенсивно выкачивает из него энергию. Вы сами можете продолжить список нитей, за которые маятники дергают своих марионеток. Справедливость, гордость, тщеславие, честь, любовь, ненависть, жадность, щедрость, любопытство, интерес, голод, ну и прочие чувства и потребности. Чувства и заинтересованность позволяют зафиксировать течение мыслей в определенном направлении. Если тема не вызывает ни интереса, ни эмоций, тогда на ней очень трудно сосредоточиться. Поэтому маятники производят захват потока мыслей, задевая чувства и потребности человека. Как правило, люди стандартно реагируют на негативные внешние раздражители. Негативные новости вызывают недовольство, тревожные новости – реакцию беспокойства или страха, обида вызывает неприязнь и так далее. Привычки служат стартовым рычагом для запуска механизма захвата. Например, привычка раздражаться или беспокоиться по незначительным поводам, отвечать на провокацию, в общем, отвечать негативной реакцией на негативный раздражитель. Человек может осознавать, что негативные мысли и поступки ничего хорошего не несут, однако по обыкновению совершает старые ошибки. Таким образом, привычки часто создают проблемы и заставляют действовать неэффективно, а избавиться от них трудно. Они являются иллюзией комфорта. Человек больше доверяет тому, что давно знакомо. Все новое вызывает опасения. Старое, привычное, уже зарекомендовало себя на опыте. Это как старое кресло, в которое вы садитесь отдыхать после работы. Может, новое и удобней, зато старое комфортней. Комфорт характеризуется такими понятиями, как удобство, доверие, положительный опыт, предсказуемость. Новое обладает этими качествами в гораздо меньшей степени. Поэтому требуется значительное время, чтобы новая привычка стала старой. Итак, в общих чертах мы рассмотрели методы воздействия маятников на людей. Может ли человек избавиться от влияния маятника? О способах освобождения мы будем говорить дальше. Однако часто случается так, что кто-то восстает и открыто выступает против поработившего его маятника. В таком поединке человек всегда терпит поражение. Маятник может быть побежден только другим маятником. Один человек ничего не сможет сделать. Если он вышел из повиновения и вступил в борьбу, он только потеряет энергию и в лучшем случае будет выброшен за пределы системы, а в худшем раздавлен. Приверженец, осмелившийся нарушить установленные маятником правила, объявляется вне закона. Внешне это проявляется как осуждение за поступок. На самом деле вина заключается не в самом поступке, а в том, что приверженец вышел из повиновения, то есть перестал поставлять маятнику энергию. Почему повинную голову меч не сечет? Потому что человек, принявший в себя чувство вины, полностью готов к подчинению власти маятника. Для маятника раскаяние приверженца в содеянном поступке не имеет значения. Значение имеет только восстановление утерянного контроля. Маятник сразу станет добрее, если вы дадите ему возможность манипулировать вами. Ну а если виновник не покоряется, тогда его можно устранить, поскольку взять с него больше нечего. Истинные мотивы маятника, как правило, завуалированы моральными принципами. Дескать, раскаявшийся в содеянном уже не такой злодей. Вы сами легко можете отличить, где действует моральный принцип, а где затрагиваются интересы системы, если всегда будете помнить, что из себя представляют маятники и каковы их подлинные цели.
Как было сказано выше, маятники могут получать энергию как от своих приверженцев, так и от противников. Но потеря энергии – это еще полбеды. Если маятник в достаточной степени деструктивен, ущерб наносится благополучию и судьбе человека. Каждый человек время от времени сталкивается с негативной информацией или нежелательными событиями. Все это провокации маятников. Человек не хочет, чтобы это было в его жизни, но реагирует всегда по одному из двух вариантов. Если информация его не очень задевает, он пропускает ее мимо ушей и быстро забывает. Если же провокационная информация раздражает или пугает, то есть западает в душу, тогда происходит захват мысленной энергии в петлю маятника, и человек настраивается на резонансную частоту. Далее события развиваются по известному вам сценарию. Человек злится, негодует, беспокоится, боится, бурно выражает недовольство, в общем, активно излучает энергию на частоте деструктивного маятника. Эта энергия поступает не только к маятнику. Параметры мысленной энергии таковы, что человек переносится на линии жизни, где то, чего он хочет избежать, находится в избытке. Как вы помните, если излучение мысленной энергии человека фиксируется на определенной частоте, он переносится на соответствующие линии жизни. Деструктивная роль маятника здесь заключается в фиксировании частоты с помощью петли захвата. Допустим, вы пропускаете информацию о катастрофах и стихийных бедствиях мимо ушей. Ведь если вас это не затрагивает, зачем лишние расстройства? В таком случае, как правило, где-то происходит катастрофа, но лично вы находитесь на линии жизни, где являетесь не жертвой, а наблюдателем. Та линия, где вы жертва, осталась в стороне. И наоборот, если вы впускаете в себя информацию о катастрофах и несчастьях, охаете и обсуждаете это со знакомыми, то вполне возможно, что скоро переместитесь на линию, где сами будете жертвой. Выходит, чем сильнее ваше желание избежать чего-либо, тем больше вероятность это получить. Активно бороться с тем, чего вы не хотите, значит прилагать все усилия для того, чтобы это было в вашей жизни. Для перемещения на нежелательные линии жизни даже не обязательно предпринимать какие-либо действия. Вполне достаточно негативных мыслей, сдобренных эмоциями. Вы не хотите плохой погоды и думаете о том, как не любите дождь? Досаждают шумные соседи, и вы постоянно с ними ругаетесь или тихо их ненавидите. Чего-то боитесь? И это вас очень беспокоит. Надоела нынешняя работа, и вы смакуете свою неприязнь к ней. Вас повсюду преследует то, чего вы активно не хотите, то есть боитесь, ненавидите, презираете. С другой стороны, есть много такого, чего бы тоже хотелось избежать, но это вас в данный момент не очень-то волнует. В таком случае это и не происходит. Но как только вы впустите в себя нежелательное, проникнетесь неприязнью и начнете лелеять это чувство, нежелательное обязательно материализуется в вашей жизни. Единственный способ устранить из своей жизни нежелательное состоит в том, чтобы освободиться от влияния маятника, захватившего вашу мысленную энергию, а впредь не поддаваться на его провокации и не включаться в эту игру. Выйти из-под влияния деструктивного маятника можно двумя способами. Провалить его или погасить. Рассмотрим подробнее, как это делается. Бороться с маятником бесполезно. Как уже было сказано выше, бороться с ним значит отдавать ему свою энергию. Первым и главнейшим условием успеха является отказ от борьбы с ним. Во-первых, чем активнее вы отбиваетесь от досаждающих вам маятников, тем активнее они будут наседать. Вы можете бесконечно повторять: «Да оставьте меня в покое, отстаньте от меня все!» Вам кажется, что вы отбиваетесь от них, а на самом деле кормите маятники своей энергией, и они липнут еще больше. Во-вторых,
Вы не имеете права ничего осуждать и изменять в этом мире. Нужно все принимать как картины на выставке, нравятся они вам или нет. На выставке может быть представлено много картин, которые покажутся непривлекательными. Однако вам не приходит в голову требовать, чтобы их оттуда убрали. После того, как вы признали право маятника на существование, у вас есть право уйти от него, не поддаваться влиянию. Но главное, это не бороться с ним, не осуждать, не злиться, не выходить из себя, потому что все это будет означать ваше участие в его игре. Наоборот, надо спокойно принять его как должное, как неизбежное зло, а потом уйти. Проявляя неприятие в любой форме, вы отдаете энергию маятнику. Прежде чем разобраться, что означает выбирать, следует научиться отказываться. Люди, как правило, смутно представляют себе, чего они хотят. Но все точно знают, чего не хотят. Стремясь избавиться от нежеланных вещей или событий, многие поступают так, что получается наоборот. Чтобы отказаться, необходимо принять. Слово «принять» здесь означает не впустить в себя, а признать право на существование и равнодушно пройти мимо. Принять и отпустить – значит пропустить через себя и помахать на прощание ручкой. Напротив, принять и оставить – значит впустить в себя, а потом привязаться либо воспротивиться. Если вас донимают мысли о том, что вам не нравится, оно будет в вашей жизни. Представьте себе, что один человек не любит яблоки. Он их просто ненавидит. Его от них тошнит. Человек мог бы просто не обращать на них внимания, но его не устраивает тот факт, что в мире, в котором он живет, присутствует такая гадость, как яблоки. Они его раздражают всякий раз, лишь попавшись на глаза. И он активно высказывает свое отвращение. Это на материальном уровне. Однако на энергетическом уровне человек с жадностью набрасывается на яблоки, набивает рот, громко чавкает и верещит, что ненавидит их, набивает себе карманы, давится и снова жалуется, как они ему надоели. Человеку в голову не приходит, что можно просто выбросить яблоки из своей жизни, если он их не хочет. Любите вы что-то или ненавидите, это не имеет значения. Главное, если ваши мысли зациклены на предмете ваших чувств, энергия мысли фиксируется на определенной частоте, поэтому вы оказываетесь захваченным маятником и переноситесь на соответствующие линии жизни, где предмет фиксации присутствует в изобилии. Если вы не хотите что-то иметь, просто не думайте об этом, равнодушно проходите мимо, и оно исчезнет из вашей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Избегать – это допускать в свою жизнь, но активно стараться избавиться. Игнорировать же – значит никак не реагировать и, следовательно, не иметь. Представьте себе, что вы радиоприемник. Каждый день вы просыпаетесь и слушаете ненавистную вам радиостанцию. Мир, который вас окружает. Так перестройтесь на другую частоту. Может показаться, что установив железный занавес между собой и миром, вы убережете себя от нежелательных маятников. Это не более чем иллюзия. Находясь в железном панцире, вы говорите себе: «Я глухая стена, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ко мне нет доступа». Чтобы поддерживать такое защитное поле, необходимо затрачивать энергию, причем немалую. Человек, пытающийся намеренно отгородиться от мира, постоянно пребывает в напряжении. Ко всему прочему, энергия защитного поля настроена на частоту того маятника, против которого направлена защита. А маятнику именно это и нужно. Ему безразлично, как вы отдаете энергию, с желанием или без. Что же тогда является защитой от маятника? Пустота. Если я пустой, меня не за что зацепить. Я не вступаю в игру маятника, но и не пытаюсь от него защититься. Я просто его игнорирую. Энергия маятника пролетает, не задевая меня, и рассеивается в пространстве. Игра маятника меня не волнует, не трогает. По отношению к нему
я пустой. Главная задача маятника – привлечь как можно больше приверженцев и получить от них энергию. Если игнорировать маятник, он оставит вас в покое и переключится на других, потому что он действует только на тех, кто принимает его игру, то есть начинает излучать на его чистоте. Самый грубый пример. За вами увязалась лающая собака. Если вы обернетесь, она залает еще громче. Если примете ее всерьез и начнете с ней перепираться, она будет еще долго бежать следом, ведь ее цель состоит в том, чтобы найти с кем поскандалить. Но если вы ее проигнорировали, она переключится на другой объект. И заметьте, ей даже в голову не придет обижаться на то, что вы не уделили ей внимания. Она слишком поглощена своей целью получить энергию, чтобы думать о чем-то другом. Вместо собаки может оказаться склочный человек. Данная модель будет работать точно так же. Если вам кто-то досаждает, примерьте на него модель деструктивного маятника. Она наверняка придется ему впору. Если не можете погасить приставалу, тогда просто не отвечайте на провокации, игнорируйте. Он не оставит вас до тех пор, пока не перестанете отдавать ему свою энергию. Энергию вы можете отдавать как прямо, вступая с ним в пререкание, так и косвенно, молча ненавидя. Перестать отдавать энергию означает не думать о нем вообще, выбросить из головы. Просто скажите себе «Да пес с ним!» и он уйдет из вашей жизни. Однако часто бывает, что просто проигнорировать маятник не удается. Например, начальник вызывает вас на ковер. Просто отказ или защита будет означать потерю энергии, поскольку и то, и другое есть борьба с маятником. В таких случаях вы можете сделать вид, что вступаете в игру маятника. Главное, чтобы вы осознавали, что вступаете в игру понарошку. Представьте себе, как здоровенный детина замахивается на вас кувалдой и изо всей силы наносит удар. Вы ничего не имеете против, не защищаетесь и не нападаете. В этот момент вы просто спокойно отступаете в сторону, и детина вместе с кувалдой летит в пустоту. Это значит, маятник не может вас зацепить и проваливается. Такой принцип лежит в основе борьбы айкидо. Там буквально происходит следующее. Нападающего берут под ручку, идут вместе с ним, как бы провожая, а затем легко отпускают и отправляют лететь в ту сторону, куда была направлена его энергия. Весь секрет заключается в том, что обороняющийся не имеет ничего против нападения. Он соглашается с линией нападающего, идет с ним вместе некоторое время, а затем отпускает. Энергия нападающего проваливается в пустоту, потому что если обороняющийся пустой, тогда его не за что зацепить. Техника такого мягкого ухода заключается в том, что на первый выпад маятника вы отвечаете согласием, а затем дипломатично отступаете или ненавязчиво направляете движение в нужную вам сторону. Например, возбужденный начальник хочет взвалить на вас работу и энергично требует, чтобы она была выполнена именно так, как считает он. Вы знаете, что это надо делать по-другому, или вообще не считаете это своими обязанностями. Если начнете возражать, спорить, защищаться, он в жесткой форме потребует повиновения. Ведь он принял решение, а вы идете ему наперекор. Сделайте наоборот. Выслушайте внимательно, согласитесь со всем. Дайте иссякнуть первому импульсу. А затем спокойно начните с ним обсуждать детали работы. В данный момент вы приняли энергию начальника и излучаете на его чистоте. Его импульс, не встречая сопротивления, на некоторое время вязнет. Не говорите ему, что лучше знаете, как делать эту работу. Не отказывайтесь и не спорьте. Просто посоветуйтесь с начальником о том, как бы вы могли выполнить ее быстрее и лучше. Или может другой исполнитель сделает это качественнее. Вы качаетесь вместе с маятником, но делаете это сознательно, не участвуя в игре, а как бы наблюдая со стороны. Он качается, полностью погруженный в игру. Это его игра. Он принимает решения, а с ним соглашаются и советуются. Вы увидите, что энергия, прежде направленная на вас, уйдет в сторону. В сторону иного решения или другого исполнителя. Таким образом, маятник лично для вас будет провален.
Бывают случаи, когда маятник провалить не удается. То есть не проигнорировать, не уйти от него нельзя. Был у меня приятель, покладистый такой, добродушный, но при этом наделенный неимоверной физической силой. Едем мы с ним как-то поздно вечером в трамвае, а там компания агрессивно настроенных забияк. Настоящий деструктивный маятник. Их много, они заодно подпитывают друг друга своей негативной энергией и чувствуют полную безнаказанность. Для умножения энергии такой компании, как правило, требуется постоянно кого-нибудь задирать, чтобы получить подпитку извне. Они начали приставать к моему приятелю, потому что добродушное и миролюбивое выражение его лица не внушало никакой опасности. Они и так, и этак пытались его поддеть издевками и оскорблениями. Но он сидел молча и не отвечал на провокации, то есть пытался провалить маятник. Я тоже не вмешивался, поскольку знал, что ему ничего не грозит, а вот компания очень рискует. Наконец, не выдержав, мой приятель направился к выходу, но ему преградил путь самый обнаглевший приверженец. Ну, пробил час отведать супостату силушки моей богатырской. Тогда мой приятель, загнанный в угол, схватил засранца за шиворот и нанес чудовищный удар. Лицо пострадавшего сразу же превратилось в кашу. Остальные герои остолбенели от удивления и ужаса. Приятель повернулся и схватил следующего, но тот дрожащим голосом замямлил: «Все, мужик, все, нет!» Энергия маятника была мгновенно погашена, и приверженцы, шарахаясь и пятясь, вывалились из трамвая. Конечно, хорошо тем, кто может за себя постоять. А если нет, что тогда? И действительно, отступать некуда. Можно для гашения маятника выкинуть нечто экстраординарное. То, чего от вас никто не ждет. Мне рассказывали такой случай. Одного парня стая отважных приверженцев уличной банды загнала в угол и собиралась избить. Тогда он, подступив к главарю, вытаращился на него безумным взглядом и заявил: «Тебе что сломать, нос или челюсть?» Такая постановка вопроса явно не укладывалась в сценарий, и главарь на мгновение опешил. Тогда парень с нездоровым энтузиазмом воскликнул: «А давай я тебе ухо оторву!» И всей пятерней вцепился ему в ухо. Тот истошно завопил. Весь спектакль, который привыкла разыгрывать банда, был сорван. У главаря уже и в мыслях не было кого-то бить. Его терзала одна забота – освободить свое ухо. Парня оставили в покое, как психа. Зато он избежал расправы. Вот так, если вы попали в ситуацию, где известен стандартный сценарий развития событий, сделайте что-нибудь, неважно что, не укладывающееся в этот сценарий. Маятник будет погашен. Дело в том, что пока вы действуете по сценарию, вы принимаете игру маятника и отдаете свою энергию на этой частоте. Но если ваша частота сильно отличается, вы попадаете в диссонанс с маятником и тем самым сбиваете его с ритма. В то же время не следует лезть на рожон, если вы имеете дело с маятником, которому нечего терять. Если на вас напали с целью ограбления, лучше сразу отдайте деньги. Некоторые даже специально носят для таких случаев десяток долларов наличными. Например, если грабитель наркоман или псих, он легко может лишить вас жизни, даже если вы мастер боевых искусств. Поэтому с ним не следует связываться, как и с бешеной собакой. В противном случае ваша смерть будет неоправданной и нелепой. В гашении может помочь чувство юмора и воображение. Обратите свое раздражение в игру. Например, вас досаждают толпы людей на улице или в транспорте, которые куда-то спешат и мешают продвигаться. Представьте, что вы в Антарктиде на птичьем базаре. Люди – это пингвины. Они очень смешно переваливаются, суетятся и копошатся. А вы-то кто? Тоже пингвин. После такой трансформации люди уже внушают скорее симпатию и любопытство, чем раздражение. Конечно, трудно держать себя в руках, когда буквально хочется рвать и метать. В такие моменты труднее всего вспомнить, что это всего лишь маятник стремится вытянуть из вас энергию. Не поддавайтесь на его провокации.
Маятник, подобно вампиру, пользуется своего рода анестезией, вашей привычкой негативно реагировать на раздражитель. Даже сейчас, прочитав эти строки, вы можете через несколько минут отвлечься и раздраженно ответить на нежелательный телефонный звонок. Но если вы поставите себе цель приобрести привычку помнить, у вас со временем появится иммунитет на провокации маятников. Обратите внимание, когда вы натолкнулись на какое-нибудь досадное обстоятельство и отреагировали раздражением, недовольством, негативными эмоциями, тут же следует продолжение и развитие негативной ситуации в том же духе. Или появляются новые неприятности. Так раскачивается маятник. Это вы сами его раскачиваете. Поступите противоположным образом. Либо не реагируйте никак, либо неадекватно. Например, вы можете встретить неприятность с наигранным энтузиазмом или вообще с идиотским восторгом. Это гашение маятника. Вы убедитесь, что продолжение не последует. Как вы помните, привычка негативно реагировать на досадные обстоятельства является стартовым рычагом механизма захвата маятником вашей мысленной энергии. Такая привычка поблекнет, если вы будете играть в своеобразную игру, в которой нарочно сделаете следующую подмену. Страх, уверенность, уныние, энтузиазм, негодование, равнодушие, раздражение, радость. Попробуйте реагировать хотя бы на мелкие неприятности неадекватно. Что вы теряете? Пусть это будет нелепо, зато такой стиль игры не оставит маятнику никаких шансов. Такой способ потому и кажется нелепым, что маятники нас приучили играть только в выгодные им игры. Попробуйте теперь навязать им свою игру. Она вам доставит удовольствие, и вы с удивлением обнаружите, насколько это мощная техника. Принцип здесь один. Излучая на частоте, отличной от резонансной, вы вступаете с маятником в диссонанс. Он по отношению к вам гасится и оставляет вас в покое. Есть еще один интересный способ мягкого гашения. Если вам кто-то досаждает, то есть создает для вас проблему, постарайтесь определить, чего не хватает этому человеку, в чем он нуждается. Теперь представьте себе этого человека, имеющего то, что ему не хватает. Это может быть здоровье, уверенность, душевный комфорт. Если вдуматься, это три основные вещи, которые нам нужно, чтобы чувствовать себя удовлетворенно. Подумайте, в чем он нуждается в данный момент на самом деле. Допустим, на вас накричал начальник. Может, он устал или у него неприятности в семье? Тогда ему нужен душевный комфорт. Представьте себе его отдыхающим в уютном кресле у телевизора, или у камина, или с удочкой у реки, или в бане с кружкой пива. Вы знаете, что он любит? Может, на него надавили вышестоящие чиновники, и он боится ответственности? Тогда ему нужна уверенность. Представьте себе его уверенно скользящим на горных лыжах, или на спортивной машине, или на вечеринке, когда он в центре внимания. Может, у него что-то болит? Представьте себе его веселым и бодрым, купающимся в море, катающимся на велосипеде, играющим в футбол. Конечно, лучше представить то, чем он увлекается. Но угадывать не обязательно, пусть это вас не беспокоит. Вполне достаточно представить себе этого человека в ситуации, когда он доволен. Что тут происходит? Вот он появился на вашем горизонте с проблемой для вас. А это может быть и грабитель в том числе. Отвлекитесь от проблемы, которую он вам несет. Таким образом, вы с самого начала не засунете голову в петлю захвата чистоты. Представьте себе этого человека, получившим то, в чем он нуждается. Чего хочет грабитель? Поесть, выпить, уколоться. Визуализируйте себе картинку удовлетворенности этого человека. Если вам это удалось, считайте, что с проблемой покончено. Ведь маятник начал раскачиваться не просто так. Что-то вывело его из равновесия. Он сознательно или бессознательно ищет то, что вернет ему равновесие. И вот, энергия ваших мыслей на определенной частоте дает ему это. Хоть и косвенным образом. Он сразу сменит агрессию на благосклонность. Что, в это трудно поверить? Проверяйте. В основе данной техники лежит принцип гашения маятника. Человек-маятник идет к вам с проблемой, а вы ее удовлетворяете,
но не явным образом, а на энергетическом уровне. Вы отдали ему свою энергию, но только самую малую часть по сравнению с тем, что могли потерять. К тому же сделали доброе дело, хоть на время оказали помощь нуждающемуся. Что интересно, впоследствии он переменит к вам свое отношение на более дружеское. Ему будет невдомек, почему в вашем обществе он чувствует себя комфортно. Пусть это будет ваш маленький секрет. Такую технику можно успешно применять и в случаях, когда вам самим что-то нужно получить от человека, а он озабочен своими проблемами и не расположен вам это дать. Вам нужна подпись чиновника? Сначала подкормите его благотворной визуализацией, и он все для вас сделает. Ну и последнее. Как вы думаете, куда девается энергия остановленного маятника? Она переходит к вам. Справившись с проблемой, вы становитесь сильнее. В следующий раз это для вас уже не трудность. Разве не так? А борясь с проблемой, вы отдаете энергию маятнику, породившему эту самую проблему. Практики провала и гашения маятника известны психологам и психотерапевтам как профессиональные приемы. В этом смысле данные методы не являются ничем принципиально новым. Зато для человека, незнакомого с приемами практической психологии, они представляют ценность, поскольку дают ясность и понимание того, как и почему работает психологическая защита. Еще одна прикладная ценность провала или гашения маятника состоит в умении решать всевозможные проблемы. Это может быть сложная жизненная ситуация, конфликт, неблагоприятное обстоятельство, затруднение или просто задача. Для любых сложных проблем существуют простые решения. Ключ к решению всегда лежит на поверхности. Вопрос лишь в том, как его увидеть. Увидеть его мешает маятник, создавший проблему. Деструктивный маятник имеет своей целью получить от вас энергию. Для этого ему необходимо зафиксировать частоту излучения ваших мыслей на проблеме. Это проще всего сделать, убедив вас в том, что проблема сложная. Если вы приняли такие правила игры, вас можно спокойно брать за ручку и вести в запутанный лабиринт. Только потом приходит понимание, что ларчик просто открывался. Если человека испугать, обеспокоить, озадачить или сыграть на его комплексах, тогда он легко согласится с тем, что проблема сложная и сядет на крючок. Но можно и не пугать. Для множества проблем уже и так установилось бытующее мнение о том, что они не имеют простых решений. Любой человек в течение всей жизни постоянно сталкивается с разными затруднениями, особенно если это что-то новое, незнакомое. В итоге каждый имеет прочно укоренившуюся привычку встречать проблемы с опасением, а иногда даже с благоговейным страхом. При этом свои способности справиться с трудностью человек всегда взвешивает на весах сомнения. В результате склонность встречать проблемы с опасением превращается в нить марионетки. Маятник может действовать как через своих приверженцев, то есть людей, которые связаны с этой проблемой, так и через неживые предметы. Он фиксирует излучение мысленной энергии на определенной частоте и сосет энергию, пока человек тяготится проблемой. Казалось бы, фиксация частоты на предмете помогает сосредоточиться. Как же это может мешать решению проблемы? Дело в том, что маятник фиксирует наши мысли в очень узком секторе поля информации, а решение может лежать за пределами этого сектора. В итоге получается, что человек думает и действует в пределах узкого коридора и не имеет возможности взглянуть на проблему шире. Нестандартные и интуитивные решения приходят именно тогда, когда человек освобождается от маятника и получает свободу мыслить в другом направлении. Весь секрет гениев состоит в том, что они свободны от влияния маятников. В то время как частоты мыслей обычных людей захвачены маятниками, частоты мыслей гениев способны свободно перестраиваться и заходить в неведомые области,
поле информации. Как же поступать, чтобы не попадать в петлю захвата? Не погружаться с головой в проблему, не давать втянуть себя в игру маятника. Сдайте себя в аренду. Действуйте так же, как и обычно в таких случаях, но не как участник игры, а как сторонний наблюдатель. Посмотрите на ситуацию отстраненно. Помните, что вас хотят взять за ручку и отвести в лабиринт. Не дайте проблеме испугать себя, захватить, обеспокоить, озадачить. Вспомните для начала, что всегда существует очень простое решение. Не принимайте навязываемого вам сложного. Если вы столкнулись с проблемой или препятствием, поймайте себя на отношении к ней. Проблема может порождать замешательство, страх, негодование, уныние и так далее. Необходимо заменить привычное отношение к возникшей трудности на прямо противоположное, и она либо сама ликвидируется, либо решится быстро и легко. Вопреки сложившимся стереотипам и привычкам, встречайте любую проблему не как препятствие, требующее преодоления, а как отрезок пути, который надо пройти. Не оставляйте в себе места проблеме. Будьте по отношению к ней пустым. Если вам нужно решить какую-то задачу, где требуется подумать, не бросайтесь сразу в логические рассуждения. Ваше подсознание напрямую связано с полем информации. Решение любой задачи там уже есть. Поэтому сначала расслабьтесь, отбросьте малейший страх и беспокойство по поводу решения. Ведь вы знаете, что решение есть. Отпустите себя, остановите ход мыслей, созерцайте пустоту. Весьма вероятно, что решение сразу придет, причем очень простое. Если не получилось, не досадуйте и включайте мыслительный аппарат. В другой раз получится. Подобная практика хорошо развивает способность получать доступ к интуитивным знаниям. Необходимо только сделать это своей привычкой. Эта методика действительно работает, если удается освободиться от маятника и сдать себя в аренду. Однако это проще сказать, чем сделать. А вам не кажется, что это я сам взял вас за ручку и веду в лабиринт? Правильно. Оставайтесь свободными даже от тех, кто вам вещает о вашей свободе. Освободившись от влияния деструктивных маятников, вы обретаете свободу. Но свобода без цели – это подвешенное состояние. Если вы увлеклись провалом и гашением окружающих вас маятников, вы рискуете оказаться в вакууме. Случавшиеся ранее конфликты куда-то уходят, мучившие вас заботы отступают, неурядицы происходят все реже, тревога и беспокойство тихо исчезают. Все это происходит незаметно, как будто буря медленно стихает. Однако вскоре вы обнаружите, что здесь имеется обратная сторона. Если раньше вы были в центре событий, то сейчас они происходят в стороне от вас. Для окружающих вы перестаете иметь прежнее значение. Они все меньше обращают на вас внимание. Забот убавляется, но и новые желания не приходят. Давление внешнего мира ослабевает. Только дивидендов это не приносит. У вас уменьшается количество проблем, а вот достижений тоже не прибавляется. Что же происходит? Дело в том, что вся среда существования человека построена на маятниках. Поэтому если он полностью изолирует себя от них, то сам оказывается в пустыне. Подвешенное состояние не намного лучше зависимости от маятника. Например, дети, у которых всего вдоволь, изнывают от того, что им нечего больше хотеть. Они сами мучаются и изводят окружающих своими капризами. Человек так устроен, что ему всегда нужно к чему-нибудь стремиться. Ваша свобода – это независимость от чуждых маятников. Но существуют маятники, которые будут полезны именно вам. Это ваши маятники. Другими словами, необходимо распознавать навязанные цели, в погоне за которыми вы все дальше уходите от линий своей счастливой жизни. Задача состоит в том, чтобы, оставаясь свободными,
выбрать себе линии жизни, на которых вас ждет подлинный успех и личное счастье. Маятники не являются для человека абсолютным злом, если он действует осознанно. Человек не может быть от них совершенно свободен. Вопрос лишь в том, как не поддаваться влиянию маятников, а сознательно использовать их в своих интересах. Полностью освободиться от влияния маятников невозможно, да и не нужно. Напротив, именно маятники в конечном итоге превращают мечту человека в реальность. Маятник создается энергией людей, мыслящих в одном направлении. Маятник является энергоинформационной структурой. Маятник фиксирует мысленную энергию приверженца на своей частоте. Между маятниками идет жесткая битва за приверженцев. Деструктивный маятник навязывает приверженцам чуждые им цели. Маятник играет на чувствах людей, завлекая их в свои сети. Если вы чего-то активно не хотите, оно будет в вашей жизни непременно. Освободиться от маятника значит выбросить его из своей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Для гашения маятника необходимо нарушить сценарий игры. Благотворная визуализация мягко гасит человека маятника. Энергия погашенного маятника переходит к вам. Проблемы решаются провалом или гашением создавших их маятников. Для решения проблем сдавайте себя в аренду. Чтобы избежать подвешенного состояния, надо найти ваши маятники. Необходимо выработать привычку помнить обо всем этом.